Я предлагаю немножко побеседовать и ответить на вопросы, которые нам задают игроки. И мы выберем, наверное, самое актуальное из этих вопросов. В частности, для начала хотелось бы обсудить то, о чем все переживают. Это пресловутая модель Pay to Win в играх, в онлайн-играх. То, что игроки видят во многих проектах, которые выходят, когда их заставляют чрезмерно платить. То есть, насколько это вообще будет оправдано в нашем случае? Какой будет сервариум в этом отношении? Руслан, что ты можешь сказать? Точно могу сказать, что такого не будет. Мы планируем, как именно тогда мы построим? Мы планируем делать так, что именно навык игрока, даже не персонажа, а именно игрока, гораздо более важен. И бонусы, платные бонусы, они будут направлены больше на комфортность от игры. То есть, например, это там ускорение прокачки или там получение какой-то расширенной статистики. Все то оружие, которое там платится, оно будет иметь бонусы, которыми еще нужно уметь воспользоваться. Это не будут очень легкие бонусы. То есть целенаправленно заставлять игрока купить какой-то автомат, который дает прямо вот сразу существенное преимущество по сравнению с игроком, который играет бесплатно, да, без оплаты за этот уникальный, скажем так, автомат. То есть не будет такой разницы и дискомфорта такого не будет, да? Я думаю, точно не будет такого дискомфорта. Ну и плюс, если говорить там о разных турнирных вещах или о разных рейтингах, то, скорее всего, под премиум предметы будут либо отдельный рейтинг, либо они будут учитываться как-то совсем отдельно, да, чтобы те игроки, которые играют, не платя денег, соревновались с такими же. Чтобы были как-то вот все вот, да, конкурентно в равных условиях. Лёх, а ты вот что думаешь по поводу вообще стратегии Pay to Win и вообще какие твои мысли по поводу того, за что все-таки игрокам стоит платить в игре? Ну, я хотел еще добавить, что весь этот вопрос по поводу Pay to Win появился после того, как мы анонсировали Free-to-Play. Ну, естественно. И просто сложилась такая немного негативная слава у Free-to-Play, что там Pay to Win процветает. Но я просто хочу сказать, что очень много разных моделей. И в нашем случае у нас очень реалистичная боевая система. То есть это шутер. Да. Ты бегаешь с оружием, ты стреляешь против другого. Я думаю, у нас не будет этой проблемы, потому что тут очень многое зависит от того, как ты владеешь оружием, насколько метко стреляешь, от твоей тактики. То есть и мы не собираемся продавать какие-то элитные пушки, которые будут значительно сильнее, чем те же образцы за игровые деньги. Пушек с самонаводящимися патронами точно не будет. То есть таких, что купил и сразу победил, такого точно не будет. Ну, я понимаю игроков на самом деле. То есть я тоже играл в игры, в которых продается, допустим, оружие одно. И там одни повреждения, и тут же рядом за реальные деньги десятикратное повреждение. Да. То есть это просто бред и выдирание денег. Понятно. То есть у нас такого не будет вообще. Хорошо, давайте еще обсудим такой момент. Это онлайн-игра и сюжет, то есть две, казалось бы, несовместимые вещи. То есть мы же взялись за то, чтобы попробовать его все-таки совместить и реализовать сюжетную составляющую в своей игре. Какие методики или как именно, если в двух словах, мы планируем этого достичь? Давайте вот это обсудим. Ну, как уже говорили раньше, что основной инструмент для донесения сюжета это будет миссия кооперативного прохождения, которая в принципе не особо сильно будет отличаться от привычного сингловой игры. Плюс мы еще запланировали даже в PvP, в других режимах, тайники, всякие вещи, которые не очевидны, но ты можешь открывать их, читать там запись. Какие пасхалки? Ну, это не пасхалка. Пасхалка это все-таки что-то более юморное. А именно вот тайники. То есть ты можешь мелкие открыть детали, мелкую деталь, скрытую информацию. Потому что, например, даже та же карта PvP, она имеет свою историю. И вот мы очень к этому относимся трепетно, что мы не делаем просто абстрактные развалины или там абстрактные города. У нас у каждого объекта есть своя история. Да, и у PvP миссии, и ты можешь эту историю узнать. И постепенно, чем больше ты таких историй узнаешь, они будут складываться в некоторую общую картину, которая будет показывать, что вот сюжет, вот он как развивается, вот как было раньше, как сейчас стало. Может, ты, Леша, что ты думаешь?
Лёх, а вообще, да, вот о сюжетной составляющей, как планируется это все? Расскажи свою точку зрения. Ну, прежде всего, будет много интриг на уровне, и будет вот то, что говорил Руслан, всякая информация, которую мы находим на уровне, она будет раскрывать часть этой интриги. И мы будем играть с массами игроков. Это онлайн. Здесь вся информация публикуется сразу же на форумах, и мы рассчитываем в некоторых интригах как раз на то, что это будет коллективный разум игроков. Mm-hmm. Поэтому некоторые интриги будут очень сложными, очень непростыми. Нужно будет разгадать, догадаться и понять, что же на самом деле за этим всем стоит и какой истинный сюжет. Если взять режим свободной игры, то там будет очень много секретов, очень много интриг, которые будут связаны между собой. И чтобы, допустим, куда-то даже проникнуть, надо будет разгадать некую интригу, понять, как это все связано, догадываться. Mm-hmm. Мы будем играть, интриговать с игроком. Намекать иногда очень, ну, непрозрачно. Потому что, ну, в массе своей игроки очень быстро решают такие вещи. Это будет интересно вот понаблюдать просто за этим процессом и посмотреть, как они справятся, насколько быстро это все произойдет. То есть будут, скажем так, большое количество сюжетных линий, которые какие-то будут завершаться, какие-то будут появляться. Mm-hmm. И тут интересная вещь, вот игры с живыми игроками, которые влияют на развитие истории. В зависимости от того, что они открывают и как они влияют на то, что происходит в игре, в мире нашей игры, будет дальше, вот мы будем на это смотреть и будем реагировать. И будем, соответственно, развивать наш мир. Ну, здорово, то есть это прям такой симбиоз, как бы, идет всего, то есть как игроки играют, и мы подстраиваемся, грубо говоря, под это. Конечно, здесь и теории заговора, и интриги группировок, политика и личная история каждого игрока. То есть мы... Если вот еще тот инструмент, который есть в онлайне, но нет в офлайне, да, в синглплеерных вычислениях, что в онлайне мы придумываем загадку, но мы не придумываем способы решения. Сами игроки придумывают способ, как они решат. То есть мы продаем сюжет в виде загадок, но мы не даем инструмент, что типа, чтобы его решить, ты должен пойти нажать на тот рубильник. Нет. Ну да. Включил, набрал код, прошел дальше. Я вот еще хочу добавить как раз, что будут интриги сюжетно рассчитаны на коллективное действие. То есть когда, например, надо будет, чтобы большое количество игроков решало какие-то интриги, и тогда это будет сдвигать наш сюжет в одну или в другую сторону. Так. И это может приводить, если одна часть игроков может решить, что мы будем за разрушение, допустим, этой локации, а другая сражаться за то, чтобы ее сохранить. И в зависимости от того, кто достигнет критического порога какого-то, сюжет двинется в ту сторону. Не, ну, интересно, то есть мне звучит даже для меня интригующе. Ну, давайте еще затронем, может быть, такой момент, последний на этот раз, касающийся вот игроков, типичного игрока free-to-play, и есть опасения, что игра будет способствовать тому, что в нее будет играть там, условно, школота, что взрослым людям, это типичная аудитория сталкера, что им будет неинтересно. Вот. Все-таки мы планируем различные игровые режимы, и вот мне кажется, что эти режимы настолько отличаются, что каждый тип игрока найдет для себя в игре что-то свое. То есть вот что вы думаете вообще по поводу режимов игры и насколько они будут интересны более взрослой аудитории? Ты прав в том плане, что каждый режим, вот он несет в себе свою изюминку и направлен на определенный тип игрока, причем не тип не по возрасту, а вот именно по его такому, как он привык играть. Да. Ну и все то, что вот в онлайне школота, да, это вот скорее пережиток прошлого, мне это кажется. Сейчас вообще меняется рынок компьютерных игр, все больше и больше серьезных разработчиков выходит в онлайн, игры трансформируются в онлайн, и аудитория интернет появляется, да, интернет более широко проникает, и аудитория онлайн-игр растет, и, соответственно, если раньше онлайн казался таким вот рассадником какого-то вот такого ненормального геймплея, то сейчас это меняется, сейчас уже есть игры, в которые комфортно играть там и нам с тобой в том числе, и это онлайн-игры, и я не вижу опасения в этом. Mm-hmm. То есть, да, скорее всего, тут нужно будет ввести какие-то такие более жесткие правила модерации, чтобы, ну, все-таки вот в онлайне есть какой-то беспредел царит, да, среди игроков.
И тут нужно будет прописать какие-то правила общения и следить за их. И это мы должны на себя безусловно, брать. Безусловно, да. Да. Чтобы как-то вот общение не выходило за рамки человеческой морали. Тогда будет комфортно всем. Да, такие вещи, в общем-то, легко отслеживаются и пресекаются, так что это не будет проблем. Лёх, а вот что ты думаешь по поводу возраста игроков и вообще, насколько разные режимы будут интересны вот игрокам и сможет ли действительно каждый найти что-то свое? В частности, поклонник Сталкера, что ждать ему от Сурвариума? Ну, прежде всего по поводу возрастов. Ну, опять же, у нас очень многоплановая получается игра. У нас три режима, причем в каждом режиме есть очень много разных задач. И я думаю, это в зависимости от возраста каждый уже может сориентироваться, да, в режиме игры. Ну, и я вот еще хотел добавить про ситуацию там с троллями и вообще с агрессивными игроками, что у нас будут способы, да, как с этим побороться. Одна из систем может быть основана, то есть на каком-то характеристике типа кармы. Мы еще решаем, что это будет. Но благодаря этому мы можем как-то регулировать, да. То есть будут позитивные какие-то, конечно, герои, негативные игроки, конечно, и конечно, другие смогут видеть их таковыми, Леша, какими они больше проявляют себя, да? Леша еще больше говорит о том, что помимо административных средств воздействия, да, там модерация и прочее, это все регулируется игровыми. То есть, например, да, игроков, которые играют нечестно, будет бросать система матчмейкинга точно таким же нечестно играющим игрокам. Это, и, по-моему, справедливо. Получается, они будут наказывать сами себя. Да, да, да. Мы здесь можем быть, получится вообще ад, где самые адские персонажи встречаются друг с другом, да, да, да. А игроки, которые помогают другим, у них карма хорошая, соответственно, они попадают в игру, где все друг другу помогают.